Добро пожаловать в мультик. Сегодня в сценарии существо блины с шоколадным соусом и бананами, а также принцесса. В этом обновлении также добавили новый внешний вид для самки и самца пробики и добавили ему статистики. Новые для ремейка. Первого уровня существо травоядное, наземного типа. Здоровье 800, урон 100, скорость ходьбы 15, скорость бега 92, вес 650, выносливость 190, защита от кровотечения 30%, аппетит 60, время роста 8 минут, ночное видение 3 из 3, зимняя метка 3, кровотечение 40%, разрыв связок. Обзор анимации и голоса вы можете посмотреть в отдельном видео про ремейк пробики. А теперь давайте перейдем к новым существам. Купер – это блинчик с шоколадом, вы можете купить в сладкой гаче, для этого вам понадобится токен. Самец от самки отличается длинными усиками. Купер – это существо третьего уровня, травоядное, морское, здоровье 12500, урон минус 150, это значит, что он лечит, скорость 31, ходьбы 80, бега, вес 4755, выносливость 100, защита от кровотечения 100%, аппетит 80, поворотливость 5, время роста 40 минут, ночное видение 2 из 3, food restore, can observer, bug healer. Потом у него есть липкая шерсть, липкий мех и 75% защита от яда. Анимации и голос. У него очень милые анимации, это необычно то, что он разворачивается и лежит, такой расслабляется. Очень интересно это все выглядит. Но вообще анимация у него прикольная, но как-то выглядит он немножко противно, что ли. Напоминает такое что-то противное в реальности. А как вам? Анимации милые, в целом милые. Напишите в комментарии. Купер – это дружелюбные, нежные существа с мягким, бархатистым, блинчиковым телом, политым шоколадом. Они всегда являются идеальным теплом и часто используются другими существами в качестве одеял в холодную погоду. Они стадные животные, очень редко отбивающиеся от своей группы. Однако они дружелюбные, не против, чтобы к их стаду присоединился новый купер. Летние месяцы они собираются в неизвестном месте и меняют членов стада. Куперы рождаются мягкими, бархатистыми, но с возрастом они постепенно становятся более твердыми и темнеет, становясь все меньше и меньше целью для хищников. Самый старый из известных КПР, хотя и был твердым как камень, был очень маленьким, крошечным. В основе КПР лежат блинчики с нутеллой и мантарей, это скат, род скатов. У нас пополнение в королевской семье, в тикет гача, принцесса. Для того, чтобы крутануть, вам необходимо 10 билетиков. Самец от самки, как ни странно, отличается цветочком. Леоримес – это существо третьего уровня, хищник, кровожадная принцесса. Наземного типа, здоровье 3000, урон 150, скорость 18, ходьбы 78, бега, вес 3300, выносливость 175, защита от кровотечения 25%, аппетит 65, поворотливость 3, скорость амбуша 1.15, время роста 30 минут, ночное видение 2 из 3, зона сна, облачное дыхание и полтора токсина. Обычное дыхание, оно восстанавливает здоровье тому, у кого оно есть. Дыхание, не здоровье. Анимация и голос.
У него есть каблуки? У него есть каблуки! У него каблуки есть. Давайте посмотрим. Да, вот они. Их видно. У нее есть каблуки. Хотя там может быть и он. Итак, Ламерес всегда запоминает лица своих врагов. Если кто-то посмеет подвергнуть опасности Ламерес, он будет хранить обиду на этого врага до конца своей жизни. Самки обычно защищают свое потомство, проявляя крайнюю агрессию к любому нарушителю. Самцы обычно собирают мусор для создания гнезд, состоящих из палок, веток и гальки. Леоринессы обычно проявляют меньшую агрессию по отношению к Эскалору и довольны их присутствием. Эскалор — это у нас, вспоминаем, Этнос Король. Эти два существа, кажется, имеют естественную связь друг с другом и дружелюбно взаимодействуют. Однако некоторые драки все же происходят. Леоринесс вдохновлена платьями, павлинами, перепелками и птицами-секретарями. Несмотря на свой чистый элегантный внешний вид, леоринессы не боятся испачкаться и защищают более мелких существ, размахивая когтями и щелкая острыми клювами. Они трясут своими декоративными украшениями, чтобы отпугнуть хищников громким и неприятным звуком. Так это же Вистера и Кики! Злобная принцесса. Почему злобная? Потому что она хищная. Напишите в комментарии, как вам эти существа. Подпишитесь на канал Мультикплеер. Удачи и пока. Зайдите в пещеру, храм Варденов. Там что-то поменялось.